Ну а сегодня появилась аудиозапись переговоров пилотов «Белавия» и украинских диспетчеров. Последние фактически заставили экипаж развернуть самолет, угрожая поднять в воздух боевую авиацию. Это хорошо слышно на опубликованной записи. «Белавия 840. Поступило указание, вам надо необходимо вернуться на аэродром вылета. Жуляны, за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват». «А что случилось такое?» «В эфир не могу передать, была 840. По прибытию все узнаете». «Не понял, что-то я. А кто вам передал? Была 840, а кто вам информацию передал?» «Была 840. Укр-аэроцентр». «Еще раз уточните». «Была 840. Говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэродром Жуляны поступила от военного руководства. Всю доклад более детальный вам скажут после посадки». «Понятно, возвращаем». Напомню вам эту историю. Скандальный инцидент произошел 21 октября. Вылетевший из Киева в Минск Боинг «Белавия» был возвращен, когда до границы оставалось всего 50 километров. После посадки сотрудники СБУ сняли с борта гражданина Армении, журналиста Армена Мартиросяна. Но после этого Боинг дозаправился и снова вылетел к месту назначения. Белоруссия заявила протесты и вручила ноту Украине. Однако реакции украинских властей нет до сих пор.